быть точным, 250-я страница, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12-я строчка сверху после точки. Так, давайте в два. На прошлом уроке мы на самом деле достаточно большую тему покрыли. Мы совершенно в другом ракурсе рассмотрели взаимоотношения между понятием хохма и понятием бина. Напоминаю, о чем идет речь. Вадим, держите, садитесь сюда. Я напомню, что мы говорили в самом начале. Вообще, почему мы об этом сейчас говорим? Потому что для того, чтобы объяснить, как бесконечный божественный свет одевается в рамки человеческого тела, почему создание человека это происходит из внутреннего аспекта, внутреннего аспекта Всевышнего, нужно понять, как этот мир устроен через 10 сферот, каким образом Всевышний сократил себя до 10 сферот. И мы, естественно, начали разбираться сверху с момента перехода хохма к понятия хохма к бина. Понятие мудрости, то, что говорят на русском, понимание к понятию понятия. И если вспомнить раньше то, что мы говорили в самом начале книги Таня, и мы упоминали это на прошлом уроке, то мы объясняли, что хохма – это точка, из которой, послушайте предыдущий урок, мы об этом достаточно подробно говорили, не хочу на этом задерживаться. Хохма – это точка, точка 0,0, начало координат, эта точка 0,0, она одинакова на всех уровнях мироздания, не одинакова, одна и та же, везде это одна и та же точка 0,0, все творение начинается с хохмы, это идея, это сперматозоид, это мужское начало, как вы хотите, так и назовите. Бина – это, как говорится, она распространяется штива эров. Дословно переводит крест-накрест, то есть если представить, что из этой точки выходят две координаты, да? Как в обычной системе координат, координата y, координата x. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если точка – это идея, она в ней все заключается. Но до того, как в этой идее появляются мысли, появляются какие-то предметы, видения, буквы, действия, слова и так далее, нужно создать систему, в которой это будет происходить. Да? А того, что человек будет гениален, это не значит, что он сможет что-то воспроизводить. Вот я как раз только сейчас приехал на урок с открытия выставки, мы говорили там с одним человеком по этому поводу, там, восприятия еврейского искусства. И, конечно, он со мной спорил, я говорил о том, что еврейское искусство должно быть профессиональным. Неважно, чем ты занимаешься, еврей должен быть профессионалом, делать это лучше всех. Действительно, правильно говорила наша мама, что мы идем в школу, ты должен учиться, должен лучше всех, потому что ты еврей. Почему? Потому что еврей не занимается каким-либо делом, кроме изучения Торы, для самовыражения и для удовольствия своего интеллекта. Нет. Все, чем еврей занимается, кроме как изучением Тора, это он должен заниматься для того, чтобы прокормить свою семью. Моральное удовлетворение он получает от своей семьи, это изучение Тора. Если человеку повезло, что оно и так, что он может и прокормить свою семью, и самовыражаться, это прекрасно. Но иногда бывает человек, который будет гением, и он может себя самовыражаться. Но что такое гений? Гений – это ускакали, мы говорили об этом в прошлом, в котором есть, он направлен в одно, вот он может концентрироваться в одном направлении. Есть гениальный художник, или там гениальный музыкант и так далее. Но его гениальность, она может остаться гениальностью при нем, уйти вместе с ним, не дай бог, в могилу, если рядом с ним не окажется человек, который сможет эту гениальность воплотить в систему. Да? Так вот эта вот идея, это гениальность, это точка. Тот человек, который воплощает эту систему, это бина, это то, что создает систему, в котором уже может происходить то, что будет являться самовыражением, то, что другие будут воспринимать, потому что тоже это должно быть в системе восприятия. Да? Мы видим, возьмем тот же пример с Ван Гогом. Да? Гениальный художник, замечательно, да? Но его же никто не воспринимал. Единственную картину, которую он продал, то его брат купил, если я не ошибаюсь. Который через год после него умер, Тео Ван Гог. Да? Теперь, после того, как он уже умер, появился тот человек, который смог это донести до системы. Но для этого эту гениальность нужно воплотить в следующее. Гениальность – это точка 0,0 и должен быть как системный администратор, точно так же, как программирование. Не программирование, а в IT. Просто люди созрели для его идеи. Это значит, что появилась система. Нет. Что значит, люди созрели? Напомню, объясните мне, что значит, люди созрели. Если вот сейчас у нас есть определенное представление, то есть
Ну, чтобы видеть какую-то красоту, вы ее в себе воспитываете. То есть одну и ту же картину кто-то воспримет, кто-то нет. Почему? Потому что у него в голове есть, есть механизм, который это воспринимает. Который я называю системой. Ну, неважно, то есть люди не были готовы. Появилась та система, в которой это может выражаться. Это же не то, что люди вдруг все начали любить Ван Гога. Ван Гога начали раскручивать. Просто появился тот человек, который смог это донести в ту систему, в которую люди могли восприятие. Да, система восприятия людей модифицировалась, но и тот человек, который донес это... Нет, сам по себе Ван Гог вряд ли бы что-то мог сделать. Там именно об этом пьяна была, она изменила сознание. От классицизма они стали переходить. Но для этого должна быть... До того, как появилось восприятие, не было... Я вот это восприятие называю системой. Мы можем воспринимать, потому что это холодное, это твердое, это мягкое, это, ну, кто-то скажет, это красиво. Когда стали воспринимать Ван Гога, большинство ведь его не воспринимало все равно. Почему? Почему? Потому что постепенно это было донесено в ту систему. Это донесло, было донесено в ту систему, которая доступна широкому восприятию. Это система денег. Его и сегодня так широко воспринимают. Это не важно. Это не важно. Воспринимают, воспринимают как... Что значит его воспринимают? Покупают или не покупают? Так, ну покупают, смотрите, на сегодняшний день покупают кучку дерьма, правильно? Не, ну он гениальный или нет? Нет, кучку дерьма покупают. Неважно, покупают? Нет, это не показатель. Это показатель. Вот я сейчас был на выставке, я вам приведу пример. Ну, нет, я вам приведу пример. Я сейчас был на выставке, действительно неплохой художник, да? Хотя я знаю, что у него есть лучшая работа, но выставка, окей, неважно. Он ничего, его даже там не было, этого художника. А, это его там сын организовывал и так далее. Что там было? Там был человек, который его он ходил, он всем рассказывал, он показывал какие там линии. Да, понятно, что мы с Наташей стояли, которые немножко в этом деле сечем, понимаешь, что он хорош, все, все. Тем более то, что там была именно выставлена эмаль, которую он делал. Художественная эмаль — это очень сложно. Эмаль на медиа — это очень сложная тема там для медиум, так сказать. Но он еврейский, да? Он еврей, а я не знаю, честно, еврей или нет. Его жена была еврейка, потому что его сын еврей, да. Сам не знаю, по-моему, грузинцем, мне кажется. Но идея в чем? Что этот человек стоит, и вот там везде его карточки, его это самое, он показывает. Тут же кто-то одну картину купили, это сразу показали, что вот ее купили. Что это значит? Он доносит это в понятных терминах. От того, что Ван Гог гениален, гениален был до того, как его продали, и после того, как его продали. Но от того, что он гениален, это не значит, что его воспринимают или нет. Нет, вы не совсем правы. Мне кажется, наоборот. Вот Добрынин, например, он писал песни, которые сразу становились шлягерами. И на эту тему просто беру популярность, что легко обсуждать. Почему? Что были в системе. Да, вот поэтому, то есть угодить толпе легко, а на самом деле... Вадим, я не об этом сейчас говорю. Я говорю не о том, что нет, кто популярен. Если человек не популярен, это не значит, что он гениален, а то, что человек популярен, это не значит, что он не гениален. Я говорю это о том... Я как раз хочу сказать, что не имеет друг друга никакого... Абсолютно. Это то, что... Гениальность – это точка 0-0. Это сверху. Система – это уже вот это уже понимание, это создание системы, в которой эта гениальность будет доступна. Я совершенно согласен с этим. Да, ну так я не помню, что вы сказали, что я не прав. Я же не говорю, что вы не правы. Вы мне сказали, что я не прав. Значит, я неправильно понял ваш посыл. Я поэтому сразу вам говорю, что то, что вы говорите, это я и называю системой. Да? Теперь, на прошлом уроке мы добавили этому еще немножко... Скажем так, дополнительный dimension, дополнительные измерения. Мы сказали, что эта система, которую мы называем бина, она на самом деле измеряется не в двух измерениях, а измеряется в трех измерениях. Да, трехмерное измерение – это, образно говоря, как правильно сказать, в длину, в ширину и в глубину. Да? Что такое глубина? Глубина – это сам, то есть вот когда ты нажимаешь на одну точку – и эту точку долбишь. Да? Это анализирование чего-то очень узкоколейного. Это не развитие этого гениальности, или этой искры, или этой идеи в системе, а углубление в эту идею. Когда мы говорим о широте восприятия,
Это, знаете, есть такое новое выражение «википедик». Я слышал. Слышали выражение «википедик»? Нет? Ну да, которые все в нее... Столько Википедии знаете. Знаете, что в колледжах запрещено пользоваться Википедией, да? Для ресерча ты не имеешь права использовать Википедию. Потому что Википедия пишет все. Пока это не опровергнуто, ты можешь писать все, что угодно. Никто тебя наказывает. Поэтому это не достаточно. Но поверхностно там можно. У меня есть один знакомый, который целый Борух Хашем, у него хорошая государственная работа, не сильно пыльная. Он целыми днями Википедия, все. Да? И он все, все знает. Это понятие широта. Ты видишь систему, ты не понимаешь, о чем идет речь. Тебе непонятно, о чем идет. Но ты видишь, как это укладывается в систему. Это второе измерение. Третье измерение, когда мы говорим длина. Длина – это, естественно, возможность передачи информации. При этом человек, который передает эту информацию, он не обязательно очень хорошо должен разбираться в этом вопросе. Он даже не обязательно должен видеть, как это все укладывается в огромную систему мироздания. Он просто должен уметь, как дикторы на телевидении. Они же не обязательно знают вообще, чаще всего они вообще не имеют представления, о чем идет речь. Но они умеют это правильно говорить. Так, диктор на телевидении... Как правильно говорить, если человек не понимает, о чем говорит? Искусство. Абсолютно. Абсолютно искусство. Диктор на телевидении, когда идет на интервью, он не изучает Википедию для того, чтобы все знать, о чем говорить. Он тренируется, как правильно прочесть текст. А, так иначе, если готовый текст, они читают. Да, диктор, а что вы думаете, диктор на телевидении как сами... Как Обама? Обама, не волнуйтесь, Обама как раз очень системный человек, он большой молодец, умница большая. Я не разделяю его взгляды, но то, что он незаурядный человек, это вообще бесспорно. Конечно. Кем он был? Социальным работником в Иллинойсе. Откуда? Человек, который вообще не имеет права быть президентом американским. Уже второй срок, и не дай бог еще и дальше останется. Моя жена говорит, чтобы я такого никогда не говорил. Потому что, во-первых, нету такого закона. Он что может сделать? Помните, что Генри написал? Законы написаны для того, чтобы их обходить. Да? Так вот, ставьте свои дебильники. Давайте поговорим о святом. Теперь, Мы же на Википедии. На Википедии, да. Так вот, бина, то, что мы сказали на прошлом уроке. Если вы посмотрите букву, которая соответствует понятию бина, если ют это, помните, я показывал в алфавите, это просто точечка, такой сперматозоидик, да? То бина, она уже имеет три оси. Бина соответствует букве «Гей». Первая буква «Гей», извините, в имени Всевышнего. Как выглядит буква «Гей»? Три линии. Это и есть трехмерное, так сказать, создание из идеи из точки 0-0, создание системы ее выражения и восприятия. Из таланта создать продукт. Сам талант продукт не обязательно может создать. Но должен быть какой-то visionary, точно такой же visionary, как и тот, у которого есть эта идея, который сможет из этого сделать продукт. Теперь, что получается, когда создается система? Создание системы – это уже возможность коммуникации с внешним миром. И об этом, на этом мы закончили, на самом деле, на прошлом уроке. Давайте посмотрим, начнем сейчас читать, потом поднимемся еще в тексте. Еще раз, 250-я страница. 250-я страница, по-моему, там 12-я строчка сверху, после точки. После этого это проявление Божественного Света и это влияние, оно спускается дальше в раскрытые миры. О чем идет речь? Мы сказали на прошлом уроке, что хохма, оно относится только к оламин дестимин, да, скрытым мирам. Бина, она уже больше относится к открытым мирам, но еще относится к скрытым. Но с появлением бина и появляется возможность передачи дальше этого Божественного Света в раскрытые миры. Давайте поговорим 2 секунды, о чем идет здесь. Здесь идет речь о обычной технологии. Что такое мы называем раскрытием? Вот когда раскрытием Всевышнего. Для нас открылась какая-то тайна. Мы что-то поняли. О чем, когда мы об этом говорим?
Когда какие-то законы ломаются. Раскрытие Всевышнего, это когда мы это воспринимаем, как если сломались законы, мы должны узнать, что эти законы сломались, так? Ну вот чудеса, это раскрытие Всевышнего. Раскрытие Всевышнего. То есть ломаются какие-то стереотипы. Это, я думаю, что ломка законов, это побочный эффект раскрытия Всевышнего. Но главное, зачем Всевышний открывается? Для чего? Того, что мы его восприняли. Просто так он не открывается. Так он же себя закрыл, что мы... О, в этом весь и заключается вся идея. То, что мы называем раскрытием, будучи абсолютно self-centered, экзальтированными, эгоистичными людьми, мы называем раскрытием только то, что для нас доступно. Когда мы говорим, что для нас открылась тайна квантовой механики, это значит что? Мы поняли, мы знаем законы, как это работает. Открыли книгу, прочли. Для нас мы что-то воспринимаем. Это мы называем раскрытием. Теперь на самом деле, по отношению ко Всевышнему, это что? Это сокрытие. Или другими словами, если говорить правильной терминологии, он себя сократил до такой степени, что мы могли его воспринять. Соответственно, его сокрытие мы называем раскрытием. А что такое его раскрытие? Это сокрытие для нас. Это когда он находится в том форме, которая для нас недоступна. Чем выше он раскрыт, тем больше он для нас сокрыт. Потому что мы его менее способны воспринять. Правильно? Абсолютно верно. Теперь давайте попробуем для того, чтобы легко понять, процессируем на себе. Когда нам становится что-то понятно, это скрыто для нашего оппонента. Если я знаю, как я на прошлом уроке приводил пример с Васко Нунес де Бальбао, да? Если я говорю о том, что кто открыл Тихий океан, если я об этом знаю, для Боруха это бесконечность. Почему? Потому что ноль — это тоже бесконечность. Из-за того, когда ты этого не знаешь, то оно для тебя, это может быть каждый из 6 миллиардов живущих на этом свете, и гораздо больше, потому что еще за все предыдущие годы, мог быть первооткрывателем Тихого океана. То, что знание, которое закрыто во мне, для меня оно раскрыто, для кого-то оно сокрыто. В тот момент, что я одеваю это в форму, которую могут воспринять мой оппонент, я это вербализирую в данном случае, это значит, что это теперь стало для него раскрыто. Но мое знание, оно идет гораздо больше, чем та информация, которую я передаю. Что имеется в виду? Когда я говорю Боруху о том, что Тихий океан открыл Васко Нунес де Бальбао, я только передаю эту информацию, заключаясь в этих нескольких словах. Но мое знание о том, что Васко Нунес де Бальбао, там, что я знаю историю, как он там поднял бунт на корабле, как он пешком пришел, ища инков, и папу оказался, назвал там Ю. Он этого не знает пока. От того, что я ему сказал, факт, он этого пока не знает. Поэтому по отношению ко мне это раскрытие, по отношению к нему это сокрытие, но то, что я ему передаю, это по отношению ко мне сокрытие, потому что я знаю гораздо больше, чем я передаю. Но по отношению к нему это раскрытие, потому что оно теперь находится в той системе, в которой он может воспринять этот факт. Да? И поэтому Алтер-Ребе здесь говорит что? Что на уровне хохма это полностью сокрытые миры. Уламим дестимим. Что имеется в виду дестимим? Недоступны для нас. Там полное раскрытие Всевышнего. На уровне бина, то, о чем мы сейчас обсуждали, это уже имеет отношение к раскрытию. Почему? Потому что создает ту систему, в которой дальше, по которой, ту азбуку Морзе, образно говоря, трехмерное пространство, по которому тот код, которым он будет общаться с внешним миром, то, что называется открытым миром, но пока что, будучи просто системой, без наполнение этой системы, без форм, которые существуют в системе, оно еще сокрыто. И вот это, только создание этой системы дает возможность для прохождения бесконечного божественного света в раскрытые миры. Раскрытые по отношению к нам. Понятно? Понятно, непонятно, почему хохма, вы говорите, это как идея, как,
да, она везде есть точка 0,0. Тогда, получается, эта связь она нигде не прерывается. Абсолютно, это мы учили еще много лет назад. Почему она тогда для нас недоступна? Потому что мы не понимаем. Для нашего восприятия недоступна. Вспомните наше объяснение, вспомните, она для нас доступна как условность. Почему она доступна? Я объясню. Идея же в нашу голову откуда-то приходит. Нет, это другое, это мы не знаем. То, что к нам приходит в голову идея, мы знаем только после того, как эта идея уже оделась в форму мысли. Ну это мы знаем, ну в смысле, ну мы-то понимаем, что это может что-то писать. Было что-то, но мы не знаем, что это существует до того, как это станет мыслью. Ну, да. Соответственно, за пределами мысли... Существование этой идеи, оно как есть, так и будет. Оно недоступно для нашей мысли. Да. Но как бы оно, вполне возможно, оно уже в нас есть. Оно нет, бесспорно у нас есть. Но то, есть оно или нет, это не полный шаг. Это абсолютно не важно. Мы можем осознавать то, что у нас есть идея, только постфактум, когда эта идея уже имеет форму мысли. Все, что предшествует мысли, оно по отношению к нам просто не существует. Если вы помните, мы говорили, эту тему немножко затронули, когда мы говорили о рамках времени, что Бог — это настоящее. Но в рамках человеческого сознания настоящее не воспринимается. Это и есть эта постоянная точка 0,0. Ведь на самом-то деле, что такое точка 0,0? Это не точка, откуда начинают. Нет, точка 0,0 это сейчас. Это настоящее. Каждое мгновение это точка 0,0. До этого это прошлое, это минус. После этого будущее плюс. И это не значит, что точка 0,0 была позавчера. Точка 0,0 она постоянно каждое мгновение. Творит нас каждое мгновение. Абсолютно верно. Поэтому... Эта точка 0,0, она существует везде, на всех измерениях, на всем проявлении. Она всегда есть, только по отношению к нам она не имеет никакого отношения. Никакого, мы ее не воспринимаем. Пока это не появится в системе. Не очень понятно? Не, понятно, я просто пытался. Так. Ой, идея, сразу вам скажу, что то, что точка 0,0... Это сейчас Алтер Ребе сам говорит, что это сложно описать словами. Нет, это как раз понятная идея. Есть? Я просто думаю, что то, что наше восприятие, что когда мы говорим про то, что как бы это абсолютно правильно, когда вы говорите, что момент сейчас, он проскакивает, и как бы мы получается, что он уже становится вчерашним, ну прошлым для нас. Как бы, или то, что нам предшествует, или то, что уже мы проскакиваем через него. Я понимаю, но я имею в виду, что тут есть интересный момент, что мы, это тут может быть неправильно, то, что мы можем воспринять. То есть там, где вот как курсор мышки, вы вводите, вот где этот курсор, там как бы, потому вы можете кликнуть на компьютере, правильно? Где ваше восприятие, там вы как бы, грубо говоря, на этом вы сейчас и находитесь. Так то, что вы сейчас воспринимаете, это и есть ваше настоящее, получается. Нет. Почему? Это уже наше прошлое, мое прошлое. Оно прошлое для вашего. Вот когда вы его осознаете, ведь есть целый процесс. Я могу, этот процесс от подсознания до сознания, он не измеряется временем. Ну, грубо говоря, вот если вы сейчас вот зажигалку там купаете, вы признаете, там, то ваше осознание вашей боли. Оно пройдет какое-то мгновение, да. Но, еще раз, это все равно будет уже только в прошлом. Сами подумайте, осознание моей боли, оно займет какое-то время. Я буду знать, что мне представили зажигалку в пальце. Что не сейчас появилась эта боль. И при этом отреагируете на это страх процесс. Того, как вы об этом узнали. Почему? Потому что все равно есть процесс. Все равно это не настоящее. Потому что есть процесс импульса, который идет, он мгновение, но это все равно прошлое. Мы воспринимаем только все в прошлом. Каждое мгновение... Я согласен, что мы затормаживаем, но у нас есть, в смысле, да? У нас есть каждое мгновение новая точка 0,0. Вот
часто же такое происходит, вот, вот, особенно вот, если взять крайние какие-то пограничные ситуации, ну, допустим, раздался взрыв, и человек начинает себя осознавать, что он лежит за кустом. При этом... Потому что процесс адаптации идеи в системе и воспроизводства ее по отношению к внешнему миру, то есть в данном случае в действии, он гораздо убыстряется, потому что пропускается гораздо огромное количество ходов. То есть рефлекс у него срабатывает же мгновенно. У кого он... быстрее, у кого, ну, оно срабатывает, у кого-то быстрее. Почему? У всех срабатывает быстрее, чем в обычной ситуации. Почему? Потому что пропускается огромное количество интеллектуальных ходов. А потом идет осознание. Потом ты уже начинаешь осознавать, как идею. Но все равно процесс же происходит. Да. Есть процесс от момента взрыва до момента, что ты оказался за кустом. Пусть он неизмерим там в рамках сознания, пусть он близок к нулю. Не, я согласен, математически он есть. Но он есть. И поэтому каждое мгновение мы всегда, это начало координат с прошлым и будущим. Как же вот советуют быть в настоящем моменте? Потому что в основном каждый человек или в прошлом, или в будущем. В настоящем моменте, это значит, что наша еврейская душа всегда знает, что в данный конкретный момент нужно делать. Каждое мгновение у нас существует для того, чтобы что-то сделать для Всевышнего. Киати, Рубинкас, Киати, Киати, автор вот этих вот комментариев. Ну, один из самых известных комментариев к Мишне, где-то они здесь были. О нем рассказывают, что у него Мишна всегда лежала рядом с кроватью. Okay. У Рупинкас Киати. Автор, ну, самый известный такой популярный, достаточно новый комментарий. Такой простой. Я видел. Ну, важно, какая идея. И он говорит, что когда он просыпается, неважно, он захотел в туалет, он хотел воды попить, он просто проснулся. Он всегда обязательно там мыл руки. Говорил благословение на изучение Торы и выучил хотя бы две Мишны. Почему? Потому что если я пришел в этот мир, говорил он, то значит я пришел 100%, потому что есть желание Всевышнего. Какое может быть больше желание Всевышнего, чем изучение Торы? Если я, вот у меня есть это мгновение в этом мире, я 100% должен выполнить желание Всевышнего. В данном случае это изучение Торы. Но поэтому Рав Форкаш говорил, что нарушение заповеди, пренебрежение словами Торы, то есть пренебрежение словами Торы, начинается у молодого парня, который не озабочен содержанием семьи в момент, что он просыпается утром. И в этом и заключается. Теперь, если развить эту тему немножко больше, то единственный наш вариант, мы говорили, я на лекции в четверг говорил, по Парше Шаво, что Рамбам пишет о том, в законах Тмура, о том, что все заповеди нам даны, большинство заповедей нам даны для того, чтобы модифицировать свое сознание, развивать свой интеллект настолько, думая о них, мы называем и выполняя их, мы называем свой интеллект настолько, что он контролирует полностью эмоции. Что это значит? Это значит, что процесс, о котором мы только что говорили с Вадимом, от понимания до реакции, он сокращается, 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 тем больше развиваешь свой интеллект. И таким образом ты все больше и больше приближаешься к точке 0-0. Ты все больше, чем больше ты выполняешь заповедь, тем больше твой интеллект тренируется на то, чтобы в каждое мгновение понимать, что, какое желание Всевышнего выполняет, ты выполняешь, это вектор, стремящийся к нулю. Он никогда не достигнет нуля. Но это, знаете, как стремящийся к нулю функция. Если кто-то дифференциальный счет учил. Понятно или не очень? Понятно, вот это, помните, уже не помните, я пару лет назад у вас взял книгу «Беседа о Торе» от Рэйби. Угу. Ну, как бы записано со слов Рэйби. И я ее просто, я перечитываю ее все время, я поэтому ее не возвращаю. Так он, читайте на здоровье. Он интересно, там вот как раз пару моментов есть на эту тему, где он говорит, что когда ты говоришь «Моды Ани», то в этот момент ты подумаешь, вот это как раз похоже на то, что вы сейчас сказали про этого человека, смешно, что он говорит, что ты подумаешь, для чего тебе сейчас Всевышний возвратил, как бы, тебе дал этот день для чего, то есть, как бы, у тебя получается такое, некая заданность получается, ты понимаешь, ты уже, грубо говоря, ты во всем жизни, вот я на очередном круге, как раз вот я сейчас, вот два дня назад я вот как раз почитал то, что я вам сейчас сказал,
Я стою в трафике и думаю, ну какой поэт? Ну в смысле, ну он мне вернул для чего-то, для какой-то цели. А потом я подумал, даже то, что я об этом размышляю, это, правильный процесс. Более того, именно поэтому у нас в Ишиве, я уже наверняка, ну не помню, конечно, что-то, но уже вообще не помню, как в Советском Союзе учили на уроках литературы запоминать стихи. Да. Кому это нафиг было нужно? Помнить там письмо Татьяны наизусть. Ну, память развивала. О, развивается память. В Ешивах учат целые главы Тани, Мишнаес, там и так далее. Учат. Зачем? Чтобы не тратить время, когда стоишь в трафике, ты повторяешь, ты говоришь слова Торы, у Рэба есть, у предыдущего Рэба, Вайомьем, там есть заповедь, он говорит о том, что слова нужно учить наизусть, там, Мишнаес, Таню и так далее, и проговаривать абсолютно как ты хочешь, потому что тем самым ты митагер таавир, ты очищаешь воздух в этом мире. Нужно постоянно наполнять все время словами Торы, все время что-то проговаривать, чтобы это постоянно выполнение заповеди, когда ты постоянно проговариваешь, чтобы выполнять заповедь Торы, ты не просто не впустую проживаешь этот момент. Но это есть, жутко. Там еще есть одна... Это жутко, кайф. Это доводит до такой самоутопии. Это не просто утопия. Ты начинаешь... Я помню это время, Вишивы, когда сейчас я, к сожалению, этому уже гораздо меньше задумываюсь. Но когда ты действительно не обременен заботами о семье, и ты сидишь в Вишиве, там, как в келье или монастыре, и ты начинаешь просто думать о том, что вот-вот-вот-вот. Там, ты, я не знаю, ты в носу поковырялся, это ради этого Всевышний сотворил этот мир, чтобы ты сейчас ковырялся в носу, или ты встал там перекурить и попить кофе во время учебы, это то, что Всевышний тебя хочет, это же тебе была дана этот момент, ты там двигаешься мозгами. Конкретно. Там еще есть, там пример приводится, вы его наверняка знаете, мне кажется, он такой, где там сын праздно как-то время проводил, и папа ему решил дать урок, он его привел там в какой-то пруд, и как-то или ударил по воде, или что-то, он говорит, смотри за каплей. Он говорит, ну, я вижу каплю. Он говорит, ну, внимательно смотри, что ты не видишь. И там, короче говоря, какую-то каплю он поймал отражение. Ну, естественно, mm-hmm. Как естественно, фотографирую на большой скорости, yeah. С большим шаром. Он поймал отражение, он говорит, я вижу деревья, отражаются в каплю. Он говорит, то есть сейчас, говорит, ты видишь в этой капле весь мир вокруг нее, который вокруг, он отражается mm-hmm. сейчас в этой капле. Да, наверное. Вы знаете, это как бы получается, что в этой минуте, которую ты сейчас проживаешь, мы возвращаемся к тому, что мы говорим, что каждое мгновение это точка 0-0. Это и есть эта хохма, это и есть то, с чего все начинается. Так получается, вот так, поэтому и получается, что ты можешь сблизиться с одной ноль за счет того, что ты правильно как бы последовательно проводишь время. Когда вот на протяжении... Вот, знаете, это часа, сложный вопрос. Вопрос. Можно сказать, что правильно это, когда у тебя есть четкие цели, ты определился, ты последовательно... Может быть. А может быть и нет. А может быть, просто ты должен каждое мгновение делать что-то вот то, что... Может, такие цели неправильные. Да? Ты не знаешь. Да. Ты не знаешь. Ну, 100%, что не нужно надеяться на свое видение, пророчество, интуицию и так далее, что тебе будет понятно, что тебе нужно делать. Лучше, чтобы это было частью какого-то плана. Да, поэтому вы обратите внимание, сколько у нас все книги, они разбиты по урокам. Да, ты можешь сказать, все, я буду учить Таню. Ты взял, там читаешь, значит, какое-то время тебе... Но когда ты в системе, когда у тебя есть отрывок, который должен проучить в день, это совсем другая тема. Именно поэтому Алтер Ребе пишет о том, что Бейна, не средний, это тот высший уровень, который мы можем достичь, это тот человек, который выдрессировал себя. Когда ты действительно... Ты не задумываешься о том, это точка, ну, все сначала, все заново. Нет. Ты знаешь четко, куда ты идешь. А так, как мы сказали, что человек, который выполняет заповедь, он приближается ко Всевышнему, то этот человек максимально, если он занят тем, что он в этой системе вырабатывает себе дисциплину, выполняет желание Всевышнего каждое мгновение, то его функция действительно стремится к нулю. Давайте на этом остановимся. В смысле, его личная функция? Да.